Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу один из способов самых быстрых, самых легких, как сохранить зеленые виноградные листочки на зиму для приготовления долмы. Для этого мы собираем вот листики, обязательно отрезаем кончики. И вот посмотрите, хвостики я отрезаю так, чтобы хоть немножко осталось, чтобы потом легче было друг от друга их отделять. Вот берем, собираем, вот кладем вот так. Складываем пополам и скручиваем в трубочку. Затем берем самую обычную пластиковую бутылку. У меня литровая. Она должна быть чистая, промытая, высушенная как следует. И вот так заполняем всю бутылку. Вот так мы заполняем всю бутылку как следует, отряхивая ее. Теперь мы закроем бутылку плотно и оставим на сутки. Вот так, легко и просто. Прошли сутки. Вот посмотрите, собрался воздух в бутылке. Теперь мы открываем крышку и выпускаем воздух. И закрываем. На следующий день мы повторим эту же операцию и посмотрим, если у нас также будет собираться воздух, тогда нам придется еще третий раз открыть крышку. Но если вы видите, что завтра будет уже все нормально и бутылка будет чистая, без воздуха внутри, больше ее открывать не надо, можете спрятать ее до зимы. А зимой, когда вам потребуются листики, вы просто разрезаете бутылку пополам, ее открываете, вытаскиваете листики и кладете их в кипящую воду. Немножко держите так, пока они не станут мягче. Но это 5 минут. И все. И можете спокойно заворачивать ваш фарш. Все. Вот это самый легкий способ сохранить листики на зиму.